думаю, что каждый сталкивался с какими-нибудь неприятностями на работе. Так вот, одна из них произошла сегодня и со мной. Бухгалтер меня напугала и сказала предъявить чеки со своей зарплаты, которые якобы должны быть у меня при подаче, как там это правильно, налога в личном кабинете. Понятия не имею, что это такое, и целый год я этого не делала. Голосовой помощник, что такое налог и почему его все-таки обязан платить каждый гражданин нашей страны? Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с граждан, физических лиц и предприятий, юридических лиц на основе специального законодательства. А что же все-таки делать в случае, если я не уплатила? У меня есть подружка, она как раз работает вместе со мной. Интересно, может быть, у нее были какие-то подобные ситуации? Напишу, пожалуй, ей. Но перед этим я решила снова зайти в личный кабинет, он называется «Мой налог». Здесь есть вся полная информация о том, куда нужно было вносить свою зарплату. Вот, но здесь какой-то странный сервис, начисления, сумма начислений, все по нулям, итог оплаты тоже ноль. Непонятно. Все-таки предлагаю спросить помощи у подружки. Лера, привет. Да, у меня большие проблемы с налогами. Я уже год их не плачу, постоянно забываю, откладываю. И теперь не знаю, что мне за это будет. Да уж, а у Дашки, оказывается, точно такая же ситуация. Вот это мы, конечно, даем целый год не платить налоги. А это так важно. Не хочу я отдавать все свои зарплаты за целый год, поэтому срочно отправляюсь к эксперту. Пусть он нам помогает. Вы знаете, что такое вообще налоги и почему их нужно платить? Ну да, всем надо платить, физическим лицам. Ну, потому что государство выделяет нам средства на образование, на медицину. Оно же у нас все бесплатно, это все берется из наших налогов. Были ли ситуации, когда, вот, например, ну, не успевали вовремя подать чек, и у вас появилась какая-нибудь налоговая задолженность? Что было? Ну, вообще, я через приложение оплатила. Не было такого ни разу, чтобы не успевала. Всегда все вовремя. Один раз у меня была ситуация, когда у меня был долг по налогу, он был небольшой, 600. Все это висело у меня в личном кабинете на госуслугах, напоминая мне о том, что привет, пора платить налоги. Максим Евсеевич, здравствуйте. Я к вам с таким вопросом. Понимаете, я уже год как самозанятая, и так вышло, что я этот год забывала подавать свои чеки. Ну и сейчас меня напугали, что я, во-первых, должна это все подать, так еще и заплатить огромный штраф, который примерно там 100% от всех моих зарплат. Скажите, правда это и что делать в таком случае? Это так. Однократное нарушение 20%, повторное нарушение 100%. Но нужно понимать, что режим самозанятого достаточно комфортный режим. Вы помечаете у себя в программе, какие платежи к вам приходят как самозанятому, платите. То есть вполне возможно не допускать дальнейших нарушений. А страх, что вас там, я не знаю, подвергнут уголовному преследованию. Не подвергнут. Для этого нужно, чтобы вы нарушали на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Я думаю, что это сильно меньше ваших оборотов, потому что самозанятые – это, в принципе, обороты до 2400. Поэтому, да, оштрафовать могут. И давайте все-таки простыми словами, чтобы вот мне и нашим телезрителям точно было понятно. Я должна вот при подаче вот этих чеков отдать, получается, сумму за все зарплаты или там будет вот какой-то определенный штраф? Разница в чем? Вас поймали или вы сознались сами? Сознались сами. Сознались сами, вам доначислят, вы уплатите. Ну и заплатите символический штраф за неподачу декларации вовремя. Он постоянно меняется в сумме, но сейчас, если я правильно помню, 2000 рублей. А вот если вы дождетесь до того, что вас на этом поймают, а налоговая видит все ваши банковские операции, чтобы вы про это не говорили, тогда может быть очень большая проблема. Если вас не поймали, а вы самостоятельно приняли такое решение, вы просто считаете, сколько должны, вы уплачиваете самостоятельно эту сумму, после чего налоговый орган производит расчет пени. То есть с вас возьмут небольшой штраф, 1/360 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Спасибо большое, Максим Евсеевич. И давайте главный фин-код для меня и наших телезрителей. Если вы понимаете, что вы ведете систематическую деятельность, направленную на извлечение дохода, становитесь на учет, платите налоги. Это не ужас. Ужас – это если вас поймают на неуплате.